Привет, друг! Это второй новостной выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями в мире компьютерной графики. Я слышу, как ты хрустишь. Приятного чайкушанья! И вот тебе срочная новость. Insidium, создатели X-Particles, поведали новость о прекращении лавочки по пробной версии уже 21 июня. Следом за ним пойдет стандартные 30 дней пробника. Там же и закончится 30% скидка на продукцию Insidium. Поэтому, если висят проектики, успевай. На render.ru стартовал конкурс с призовым фондом более 340 тысяч рублей. Конкурс ориентирован на 2D и 3D художников. Могут участвовать как новички, так и профессионалы. Длительность – 2 месяца. Конкурс международный. Участвовать могут все желающие. Страна не имеет значения. Здесь нет никаких ограничений по стилю исполнения. Конкурс будет проходить в 2D и 3D направлении с раздельным призовым фондом, а также разные задачи для каждого направления. Для 3D направления нужно сделать персонажа, скульптинг, а для тех, кто в 2D, уже иллюстрация. Подробнее о конкурсе в описании. Blender выпустил новое обновление под цифрами 283 с буквами LTS. Аббревиатура Long Term Support. Это третье последнее обновление Blender с более чем 1250 исправлениями и улучшениями программы с дополнением абсолютно новых фишек. Интересно то, что под всем этим подразумевается что-то инновационное. О чем твердят сами разработчики? Это пилотный проект с фондом, в который вкинулись Epic Games, Nvidia и AMD. Ну и, конечно, еще много других компаний. Будущие обновления будут на отдельной странице на сайте Blender. Получается так, что версия 2.8.3 будет поддерживаться в течение 2 лет, и все, что будет добавлено в 2.9, сразу будет перенесено в 2.8.3, тем самым дать долгосрочным проектам чувствовать себя комфортно на одной версии. В сей раз разработчики заморочились над производительностью программы. Быстрого отклика для инструментов Grace Pencil, который позволяет рисовать 2D объекты для быстрых и эффектных скетчей в 3D пространстве. Новые инструменты для скульптинга ткани, которые выглядят просто отпадно. Также инструмент Mesh Filter с резким сглаживанием по курватуре. Cycles теперь поддерживает шумоподавление в окне просмотра Blender с помощью Nvidia Optics AI Acceleration Denoiser. Файлы OpenVDB теперь можно импортировать и визуализировать с помощью нового объекта Volume. А осмотр сцены в VR-очках, работая на OpenXR. Это ПО, обеспечивающее доступ к виртуальной реальности. Ну и еще тонна всего. Ссылочка на улучшение в описании. Безумно круто, что разработчики признают определенные косяки и показывают новые сравнения на старых результатах. А также летом 2021 года назначен выпуск Blender 3.0. Грядет, друзья! Еще немного о Blender, а точнее конфликте с Django FX. На главной странице с обновлениями по Blender разработчики указали гудини с файлами VDB, взятыми из программы Embergen. На что недовольные джанговцы твитнули Blender о возмущении. Дескать, почему их программу не добавили в описании к фишке? На что Blender просто убрал надпись гудини, но не добавил Embergen. И тут мы только что посмотрели, что внизу мелким шрифтом подписаны ребята. Ну, хоть так. Мои друзья из 3dmaya.com подготовили для тебя бесплатный открытый курс «Основы CG». Это 2 недели лекций и практик, где ты узнаешь, как вообще работает индустрия, что такое концепт-арт, как перестать бояться Maya и начать моделировать. Все это с фидбэком от преподавателей и помощи команды поддержки. Программа первой и второй недели подробно описаны на сайте. Курс стартует 22 июня. Ссылка в описании. Рекомендую. Еще в январе вышла PF Track 2020, программа по профессиональному трекингу, и за это время имела большой ряд обновлений. Последний выпуск произошел 22 мая. 2020-я версия обзавелась новым приятным интерфейсом, сотни исправленных недочетов, перетягивать окна стало проще, а точнее даже просто возможным. И из деревянного буратино превратилась в оптимизированную и гибкую программу. Все нововведения и улучшения, в
том числе и последние в описании. Next Limit, создатели RealFlow, выпустили Maxwell Render 5.1. Maxwell — это рендер-движок, который работает с такими программами, как Cinema 4D, Maya 3ds Max, SketchUp, Revit и Form-Z. Пришел с большими обновлениями в упор на скорость с разным количеством видеокарт. Супер точной, как говорят разработчики, имитация света и материалов, как в реальной жизни. Об этом написано абсолютно везде, поэтому грех не полазить. А также Connect с текстурами Substance Painter, новый облачный сервис с 96 ядрами, Multilight с возможностью изменять свет как во время рендера, так и после. Звучит, кстати, очень интересно. Ну и по мелочи глянь в ссылки по Maxwell. Вышел Embergen Beta 0.5.3.0. Также с масштабными правками. Эти ребята очень активные, а масштабы заключаются только в размере мелких правок. Обновлением это не назовешь, но пофиксили за это время знатно. Я надеюсь, добавят хороший импорт анимированных объектов из 3D-пакета и побольше физических сил для уникального взаимодействия. Полный обзор программы лежит у нас на канале. Zeya Interactive запускает Optim 1.2, добавляя множество новых инструментов в Unreal Engine 4. Например, инструмент в режиме VR в реальном времени, который взаимодействует конкретно с самим Unreal. Дополнительные функции включают в себя улучшенный пользовательский интерфейс, планировщик Light Build, Clustered Merged, фильтры выбора, LOD в один клик. Optim позволяет упростить использование Unreal с помощью основных инструментов, которые размещены доступно, с шаблонами под общение и разработку прямо в приложении, и супер шикарный импорт для сортировки и планирования. Также недалеко уходя от Unreal, 2 июня появилась бесплатная раздача Marketplace. Точно такая же раздача появилась в 2018 году. Если кто не успел, сейчас есть вариант качнуть, но представленный контент значительно меньше своего предшественника из 2018-го. Quixel выпустила ряд уроков по Mixer. Туда входит 8 туторов по базовой основе работы с программой. Все очень доступно, но на английском языке. У кого барьер повержен, срочно смотреть. Все это бесплатно лежит в плейлисте Mixer Fundamentals на YouTube-канале Quixel. Выпущены новые обзоры от разработчиков Niagara, Quixel и Environment Building в Unreal. Каждый записал темы по своим продуктам, чтобы все могли посмотреть общий обзор фишек от главных создателей для максимального фидбэка. Все в описании. Будет что посмотреть на досуге. Эфир! Создатели Arnatrix запустили новый модификатор Use Transfer Normal для работы с нормалями по полигонально моделированным волосам. Все это для 7-й версии в среде 3ds Max. А вот в предстоящем Arnatrix версии 2 для Cinema 4D завезут экспорт данных в рендер Arnold и новые кисти для создания и удаления. Arnatrix — это плагин для создания волос, меха и перьев, широко используемый в крупных компаниях с поддержкой практически всех доступных рендеров. Еще месяц назад Claw Virtual Fashion объявила о выпуске Marvelous Designer 9.5, включающего дополнительные функции перекомпоновки, новые стандартные аватары, возможность группировать инструменты из одной категории и несколько полезных функций. Ну, например, таких как Partial Freeze и Avatar Tape. Все фишки в описании. DAS выпустила DAS Central. Это новый и бесплатный контент-менеджер от DAS 3D. Поскольку управление контентом DAS Studio 3D может быть сложным, мы создали простой и понятный в использовании контент-менеджер. Пишут разработчики, возможность обновлять плагины и сортировать контент доступна уже сейчас. Ну, конечно, для любителей этой софтины. Adobe выпустили новые обновления для разных продуктов. After Effects обзавелся поддержкой импорта ProRes RAW. Теперь его можно добавлять и редактировать. Дополнительные функции для обводки маски шейпа, типа Stroke, для стилизованных подчеркиваний. Кстати, классная фишка. Также в шейпах эффект Offset Pass добавили параметры Copies и Copies Offset для создания классных геометрических узоров, как на этом видео, и обновление для командной работы. Также потрудились над Photoshop 1.4 для iPad с добавлением кривых, как в полноценном пакете, и регулировка Apple Pencil на чувствительность нажатия. А вот для подписчиков Speed 3 на Unreal Engine 4, Unity и Lumion
Lumberyard предоставлен бонус, который идет до 7 июля. Вот эти два дерева. Небогато, можно было бы хотя бы 3, но да ладно. С подпиской ты получаешь бесплатно новые деревья каждый месяц. И также при наличии подписки дают 15% скидку в их маркете с моделями. Вышло обновление Modeler 2021 для моделирования в Гудини. Это пакет плагинов. Modeler работает совместно с Python, что позволяет быстро создавать свои инструменты. Плагин очень годный, очень удобный и позволяет оценить Гудини с другой стороны, особенно 3D-моделерам. Также предоставлено Radial меню, которое оптимизировано лучше, чем в самом Гудини. Maya версии 2020 выпустила обновление второй версии. Внесено очень много фишек. Теперь через Preserve UV имеется возможность не растягивать текстуру при сшивании граней. Выглядит интересно. Ну и для удобства добавили функцию выбора расположения параметров Outliner Display меню. Разделение либо по вертикали, либо по горизонтали. Также теперь для пользователей NVIDIA GeForce или NVIDIA Quadro вы можете запустить Viewport 2.0 в режиме OpenGL на удаленном рабочем столе. Вместе с Maya 2022 выходят обновленные плагины Substance 2.1.2 и Arnold для Maya 4.0 с улучшениями совместимости и исправлением ошибок. Ах да, ну еще для Maya выпустили обновление плагина Quick Light 1.0.8. Его используют для быстрой настройки освещения. В доступе есть 48 пресетов текстур HDRI Lights и 4 процедурных лимба с полноценными настройками. Плагин совместим с Arnold и Redshift. Pulse выпустил Scene Manager версии 1.5. С помощью него управление сценой становится интуитивно понятным путем объединения настроек в единый интерфейс. Теперь менеджер совместим с 21 версией, а еще поддерживает такие рендеры, как V-Ray, Arnold и Redshift. По нововведениям, все настройки сгруппированы в модули. Новая боковая панель, обновленная встроенная бесплатная библиотека HDRI Heaven. И да, небольшой бонус. Режим для чтения по истечении лицензии, чтобы ты не потерял все нужные настройки. Все фишечки в описании. Для пользователей 3ds Max вышел плагин радиальной симметрии от Polydesign 3D. Radial Symmetry — это новый плагин. С его помощью ты можешь создавать сложные абстракции в два клика. Можно вращать объекты, клонировать их, разрезать, отражать, сшивать, инвертировать по осям и все, что связано с 3D-симметрией. Стоимость плагина $29, а может быть полезно. Mosa Studio выпустила Quick Environment Tool версии 2. Это HDRI освещение на основе изображений с помощью нескольких щелчков мыши. После добавления HDRI в сцену, его поворот, экспозицию, гамму и так далее можно настроить с помощью простого интерфейса. Кроме того, автоматически создавать и выравнивать солнце по точке HDRI и настраивать состояние сцены с различными сценариями освещения. Плагин стоит $10 и совместим с V-Ray и Corona. V-Ray выпустила ряд обновлений для программы Revit, Max, Maya и Houdini. Все изменения достаточно точечные, поэтому информации об этом мало, и ярым фанатам этого рендера будет интересно узнать, какие нововведения представил Chaos Group. Ощущение, будто предоставлять уже особо нечего, и работы тоже не на чем. Для Cinema 4D с этим делом пока ничего нет. Спасибо за просмотр, друзья! Если хотите больше новостей, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. На канале уже есть классный уроки, обязательно посмотри и залетай в наш телеграм-чат.